Да ему тебя бацки, конечно. Ща, подождите. Убер. Давайте я вас поставлю, да? Просто я не знаю. На такси кринжово будет. На такси кринжово будет. И стоит это $15. Вы представьте, 10 минут ехать, 15 баксов. Это сколько в рублях? Это что это? Это больше 1000 рублей. Это 1000, по-моему, да. Это 900 или 1000 рублей. Да я пешком лучше пойду. 1300. Что? 915 рублей. Окей, идем пешком. Сейчас. Да норм, да кого, блин, дорого. Ладно, вызываю. Блядь, дорогу надо перейти. Ладно, окей. Ай. Сейчас попробую вызвать такси, ребят. Я буду молчать в машине, вы не подумайте, кринжа не будет. Я буду тупо ехать с камерой и молчать. Вот. Это 975 рублей. Жду донат. Так, все, я иду. Я пошел. Так, а можно мне через дорогу перейти? Опа, опа. Оба. Оба, 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 оба. Оба, 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 оба. Оба. Так, стоп, а где тут машина-то? Так, надо сюда. Она должна быть где-то здесь. Сейчас. Ай, блядь, чат. Что-то хуйню мне высветил. Какого черта, блядь, чат пропал? Ебаный рот. Ой, говно. Сейчас, подождите. Так. Машина уже рядом. 7514. Так. Он где-то тут должен быть. Я точно на той стороне? Вроде да. Короче, он должен сюда подъехать. Это за мной такси, ребят, да. Ну что ты орешь? Это вроде он. 5-1-4. Ля, какая тачка за мной подъехала. Все, ребята, сейчас пизда кринжа будет. Hello. Алекс? Yes.
канал, видите, мы уже, короче, я сейчас беру телефон и делаю вид, как будто я что-то записываю, короче, в Телеграме. Но мы уже приехали, видите, тут уже они ходят. Они уже тут ходят. Это, кстати, отличная идея, делать вид, как будто я говорю в телефон. Так я не похож на дебила. Алло, да. Я в курсе, что шакалит. Сейчас мы скоро уже приедем. А звук я вернул. Я вернул звук. Jesus now. Что, видали тут? Видали, да, тут какие людишки ходят? Джисус едет в пятерочку, что ли? Чем тебе мини-маркет не понравился? Да ё-моё.